Всех приветствую, уважаемые подписчики и гости канала Уреус. В этом видео я хочу показать вам свои последние приобретения золотых монет, а в конце видео мы подведем итоги розыгрыша серебряной румынской монетки 500 лей 1944 года. Ну что ж, друзья, приступим к обзору. Первый экземпляр это испанский 25 писет 1880 года, период управления Альфонса VII. Данная монета отчеканена из золота 900 пробы, ее масса составляет 8,6 грамма. Чеканилась монета на мадридском монетном дворе и, как для золотой монеты, очень большим тиражом. 6 миллионов 863 тысячи экземпляров. Данная монета очень интересна. Она была прозвана Альфонсо Дора ввиду того, что Испания входила в Латинский монетный союз, также чеканила монеты номиналом 10 и 20 песет, которые по своим характеристикам полностью соответствовали французским, бельгийским, швейцарским франкам, итальянским лирам, греческим драхмам, сербским динарам и другим монетам. По стандартам Латинского монетного союза монеты номиналом в 10 имели массу 3,22 грамма, а монеты номиналом в 26,45 Грамма, все монеты изготавливались из золота 900-й пробы. Так вот, Испания была единственным государством, которое, находясь в Латинском монетном союзе, чеканило монеты номиналом 25. Из-за этих нестандартных характеристик и огромных сиражей монета получила собственное название Альфонсо Дора. Если присмотреться, то в звездочках, которые по бокам от года чеканки, также указан год 1880. Это подтверждает, что монета отчеканена в 1880 году, поскольку в конце прошлого века чеканились рестрайки данной монеты монеты на монетном дворе оригинальными штемпелями из золота, но в звездах у них будет указан, к примеру, 1961 год. И, конечно, такая монета не имеет столь высокой исторической нумизматической ценности, как монета, очеканенная в 1880 году. Поэтому при покупке подобной монеты обязательно обращайте внимание на год, который указан внутри звезд. Стоимость данного экземпляра, учитывая, что это довольно крупная золотая монета, более 8 грамм золота 900 пробы, составляет в районе 530-550 долларов. Обратите внимание на сохранность монеты, ее зеркальное поле, яркий штемпельный блеск. Перед покупкой у меня были предположения, что это новодел. Уж слишком хороша была монета. Но немного изучив вопрос, все сомнения, что это стародел, отпали. К слову, гурт монеты украшен 27 геральдическими лилиями. А мы двигаемся дальше. Вашему вниманию французские 20 франков 1815 года, период правления Людовика 18 это реставрация бурбонов после свержения Наполеона Бонапарта. Данный тип монет чеканился всего два года, в 1814 и 1815 году. Здесь Луи XVIII изображен в мундире. В 1815 году Наполеон снова вернется к власти, но ненадолго. Этот период именуется в истории как 100 дней Наполеона. Даже успели в 15 году отчеканить монеты с его изображением. Но после того, как Наполеон во второй раз отречется от престола, его место вновь займет Людовик XVIII. И с 1816 по 24 год будут вновь чеканиться монеты с его изображением. Но несколько видоизмененным относительно монет, которые чеканится в 2014 пятнадцатом году. Так вот, наша монета относительно более позднего варианта является куда более редкой, банально потому, что, как я и сказал ранее, данный тип монет чеканился всего два года, а более поздний на протяжении 9 лет. К слову, о ее характеристиках. Монета чеканенная золото 900 пробы, масса 6,45 грамма, в будущем это станет настоящим эталоном Латинского монетного союза, который будет создан в 1865 году. Касаемо тиражей, монета чеканилась аж на 7 монетных дворах, каждый из которых которых имеет свое обозначение. В нашем случае это литера А Парижский монетный двор, который я чеканил основной тираж тех монет 2 464 716 экземпляров. Также весьма значительный тираж был чеканен в Лондоне. Литера R 871 581 монета. Остальные монетные дворы все располагались во Франции и чеканили монеты очень ограниченными тиражами. Вы сейчас можете увидеть их на таблице. На гурте монеты присутствует надпись на алтыне Домины с Альвум что переводится как Господи, храни это название де-факто королевского и национального гимна до 1792 года, то есть до Великой Французской революции. Музыку для него написал великий французский композитор Жан-Батис Люли. Данный экземпляр относится к одному из самых редких типов Наполеондора. К тому же монета в отличной сохранности имеются остатки штемпельного блеска, а учитывая, что и более 200 лет это большая редкость для таких монет. Стоимость монеты в диапазоне от 450 до 500 долларов. Следующая монетка это как раз тот самый более поздний вариант монет Людой, 18-20 франков 1817 года монетка имеет все те же характеристики: 6,45 грамма, золото 900 пробы, но в отличие от предыдущей, она чеканилась не на 7, а на 5 монетных дворах. Монеты в Лондоне и руане не чеканились. Основной тираж, конечно, был чеканен в Париже. Он составил 2 миллиона 135 тысяч экземпляров. Остальные же монетные дворы чеканили монеты очень ограниченными тиражами. Не могу не отметить отличную сохранность монеты. Обратная сторона прям сверкает. Очень красиво переливается. Сейчас я пытаюсь вам показать зеркальное пуля этой монеты очень красивый экземпляр, и монета в таком состоянии на рынке встречается крайне-крайне редко. Я выиграл монету на аукционе, там были предоставлены фотографии при дневном освещении, и, конечно, рассмотреть всю яркость, красоту блеска по таким фото было нельзя, но я заметил, насколько хорошо сохранилась прическа Людовика 18 -го. Обратите внимание, каждый локон отчетливо прорисован. Единственное, что в нижней части прически и в районе бакенбардов имеются небольшие притертости, но для сравнения из актуальных предложений экземпляров Тут, конечно, рядом с нашей монетой Небо и Земля. Но в большинстве своем эти монеты встречаются как раз в таком состоянии со значительными притертостями, но учитывая, что им более 200 лет, это в принципе вполне закономерно. Монеты в рабочем ходовом состоянии будут стоить в районе 390-400 долларов. Подобный экземпляр я оцениваю примерно в 450. Все же у нас монеты в таком состоянии встречаются крайне редко. Да, где-то во Франции можно встретить монету еще ярче, еще красивее, но там и ценник будет просто сумасшедший. Как минимум 600 евро, а то и все 700. Я не говорю о монетах в слабе. Экземпляр с грейдом ММС спокойно может стоить пару тысяч евро. Теперь подведем итоги розыгрыша. У нас 69 комментариев, соответственно столько же участников. Нажимаем старт и... Мир нумизматики у нас побеждает. Поздравляю вас. Свяжитесь со мной и я вышлю вам монетку. Друзья, спасибо за просмотр. Спасибо за то, что очень активно принимали участие в розыгрыше. Мне очень интересно было читать ваши истории о том, как вы увлеклись нумизматикой. Тем, кто сегодня не выиграл, не расстраивайтесь. У нас еще будут новые розыгрыши, но для этого проявляйте больше активности. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всем мира и добра. До свидания.